Всем привет, меня зовут Юлия. Я участвую в конкурсе и представляю свою работу «Пиники в Питу». Историю этой работы нет. Картиной это назвать может быть сложно, это скорее всего скетчи. Это воспоминания о мирной жизни, которая закончилась не только у меня 24 февраля, но и у всех жителей Украины. Собственно говоря, этот цветок, это, можно сказать, что он такой же, как наша Украина. Он нежный, мягкий, но стебель у него жесткий. И поэтому мы выстоим в этой войне, мы будем бороться и победим. Слава Украине!